И всем привет, с вами Каиса, и я заканчиваю проходить Tomb Raider 4 The Last Revelation. У нас на очереди 38-я и последняя миссия в игре, которая называется Храм Гора. Так, бежим вперед. Слева у нас в клетке есть вот такая крокозябра. Но мы не увидимся с ней, если сделаем все правильно. Берем флягу большую. Так, и у нас тут вот такие черточки. Две черточки. То есть, а здесь у нас весы. Нужно сколько... Черточка означает, сколько литров воды нужно. Так, тут 2 литра воды нужно набрать. Давайте этим будем заниматься. Так. Набираем в большую флягу набираем воду. Смотрим, сколько у нас. 5 литров емкость большой фляги. Выливаем из большой фляги в маленькую флягу. Так, в маленькой 3 литра, в большой 2 литра. Достаточно, нам хватает. Так, вот сюда заливаем эти 2 литра. И весы уравнялись. Открылся люк, спрыгиваем в люк. Так, бежим дальше. Так, тут у нас мыши. Убиваем мышей. Так. И прыгаем на шест. Прыгаем на шест. Внизу лезвие. Так, ну мы так это сделали, окей. Так, убиваем этих надоедливых мышей. Так, идем в следующую комнату. Точно такая же комната. И смотрим на стену. 4 черточки. Нам нужно 4 литра воды набрать. Как мы это будем делать? Так, тут у нас есть 3 литра. Так, что мы делаем? Давайте перельем эти 3 литра в большую флягу. Так, и набираем в маленькую флягу еще 3 литра. Так, 3 и 3. Чистая математика. Так. Нет, не надо выливать. Заново набираем. Так, давайте эти 3 литра перепельем в большую флягу. И у нас в большой 5 литров, в маленькой 1 литр остался. А нам нужно 4 литра. Как это сделать? Как это сделать? Так. Давайте... Так, что мы делаем? Что мы делаем? Ага. Так, нам, судя по всему, нам нужно в большую набирать. Да, мы 4... Давайте выльем это. Эти 5 мы выльем. Так, тут у нас 1 литр. Наливаем его в большую флягу. Так, в большой фляге у нас 1 литр. Замечательно. Набираем в маленькую еще 3. И добавляем в большую флягу 3 литра. Теперь у нас 4 литра в большой фляге. Верно. Так, заливаем сюда 4 литра. Так, весы уравнялись и лезем в люк. Здесь то же самое, мыши. Убиваем мышей, прыгаем на шест. Так, и аккуратно спускаемся. Так, еще одна мышь.
лишь дверь. Да отвалите от меня. Так, убиваем эту мышь. Так, и бежим в следующую комнату. И смотрим, сколько нам нужно литров. Один. Нам нужно 1 литр всего. Так, ну это мы уже как-то делали с вами. Так, как мы это делали? Набираем в маленькую 3. Так, переливаем в большую. Так, набираем вновь в маленькую 3. Переливаем в большую. Так, и отлично. У нас в маленькой фляге 1 литр. Вот этот 1 литр мы и заливаем в сосуд. Так. Отлично. Весы уравнялись. Открылся третий люк. Прыгаем в него. И давайте сохранимся. Закончились наши головоломки. Так, сохраняемся. И продолжаем. Продолжаем. Головоломки-то закончились. Но впереди еще много всего нас ждет. Так, прыгаем на стенку. И спускаемся вниз потихонечку. Так, спускаемся вниз. Аккуратно будем спускаться. Так, спускаемся. Тут у нас проход какой-то. Но он нам не интересен. Нам нужно вниз спускаться, в самый низ. Значит, спускаемся сейчас так вот. Так, спускаемся и переползаем вправо. Так, переползаем вправо и на блок. На блок. Прыгаем на блок. Так, и смотрим. Так, казалось бы, это гор. Казалось бы, нам нужно спуститься в гору и... Так. Вот, обратно возвращает к нам управление. Так, как мы будем действовать? Как мы будем действовать? Прыгаем с разбегу, просто прыгаем в воду. С разбегу. Так, в принципе, нормально будет. Давайте сохранимся все-таки. Такой прыжок будет экстремальный. Немного. Так, сохраняемся и разбегаемся и прыгаем в воду. Нам нужно в самый низ спуститься. Это самый быстрый способ. Так, отлично. Мы упали в воду. Теперь забираемся. Забираемся. Гору. Так. Вставляем вот здесь вот наши священные эти статуэтки. Так, вставляем одну, вторую по углам, третью. Так, третью. Итак, и подходим к гору. А, или я еще не все ста... А, еще одна. Да, еще одну вставляем. И подходим к гору. Так, нет, спереди надо подходить. Так, и смотрим катсцену. Лара будет одевать на него ноги, руки, доспехи. В общем, все, что мы находили. Так. И, конечно же, амулет. Вот, беру.
Да, не все очень хорошо случилось. На месте Гора оказался Сет. Так, давайте сохранимся сразу же. Бой начинается. Но сражаться нам с ним не придется. Нам нужно просто быстро убегать. Забираться наверх. Выбираться отсюда. Так, ну он у нас будет стрелять. Конечно же. Так. Для начала нам нужно найти в воде амулет, который мы видели в видеоролике. Так, ищем амулет Гора. Так, где бы он мог быть? Так, ищем. Вот он. Берем амулет. Так, и теперь начинаем забираться. Давайте попробуем здесь забраться. Нам нужно сейчас будет быстро опустить два рычага. Так, какая-то из дверей открытая. Да, это дверь. Опускаем рычаг. Открывается дверь на противоположной стороне. Так, здесь можно взять патроны, можно не брать. Давайте возьмем. Так, и бежим на противоположную сторону. Так, прыгаем на противоположную сторону. Так, отлично. Добегаем до решетки, которая открылась. И опускаем здесь рычаг. Так, а теперь возвращаемся к первой решетке. Давайте подлечимся. Все-таки здоровье немножко потеряли. Вообще проблем у нас быть не должно. Так, забираемся здесь. Возвращаемся к первой решетке, где мы опускали. Это вот здесь было. Так, прыгаем вперед. Так, прыгнули. И вот здесь прыгаем по платформам. Начинаем забираться наверх. Так, прыгаем. Аккуратно прыгаем на следующую платформу впереди. Так, прыгнули, отлично. Так, забираемся выше. Залезаем на блок. И прыгаем выше. Так, теперь по потолочной лестнице перебираемся дальше. Так, у нас все новые и новые заряды Сет запускает. Так, что нам нужно теперь? Нам нужно прыгнуть вперед. Вот черт, забираемся. Так, прыгаем в нишу. Прыгаем в нишу впереди. И ползем. Ползем вперед. Да, давайте зажжем спичку, чтобы видеть, куда ползти. Так, направо. Еще направо. Так, и вот здесь спускаемся. Так, спускаемся. Давайте сохранимся. Так, сохранились и продолжаем. Продолжаем. Забираться. Так, прыгаем туда вперед. Черт. Спичка реально сейчас она подвела меня.
рука была занята у Лары, и Лара не смогла ухватиться. Так что не будем ими пользоваться особо, когда нужно прыгать. Так, ну я здесь же сохранился, в принципе. Выбрасываем ее нафиг. Так. Выбегаемся и прыгаем. Забираемся выше. Вот сволочь, он все стреляет, гад. Так, теперь на стенку прыгаем. Перебираемся вправо. Так, перебираемся и залазим наверх. Так, давайте подлечимся. А то этот чайник стреляет все. Так, залазим на блок. И теперь наверх. Полезли. Так, полезли наверх. Так, лезем наверх. И закрываем сета на много-много-много лет. Так, теперь нам нужно выбираться. Это тоже непросто. Давайте сохранимся. Потому что тут сейчас все рушится будет. Так, сохраняемся. Нужно действовать очень быстро, в принципе. Так, сначала эти блоки. Так. Ну давай, блок, уходи. Так, один обошли, окей. Второй обошли. Теперь третий круг. Так, сохранимся. Сохранимся. Так, и бежим вперед. Сейчас будут сверху блоки падать. Черт, в яму с шипами угодил. Черт бы меня. Так, загружаемся. Осталось совсем немного, совсем немного. Так, блок слева. Так, прыгаем вперед. Допрыгнем. Допрыгнем. Бежим вперед. Тут упал блок. Так. Давайте прыгать дальше. Прыгать вон туда. Там расщелина есть у нас в стене. Отлично, допрыгнули. Внизу шипы. Так, сохраняемся. Так, и бежим дальше вперед. Так, влево или вправо? Надо подумать. Давайте вправо попробуем. Так, скатываемся. А хотя... Чё скатываться-то? Прыгаем через шипы. И бежим вперед. Просто бежим вперед. И смотрим финальный ролик. Quickly, girl, before it collapses around you.
you back, Werner? No more set? No time. Your hand, Lara. Give me your hand. Take my hand. I can pull you to safety. Good to see you again, Werner. I couldn't leave you! Да, вот мы посмотрели с вами грустную сцену финальную. Ну, что я могу сказать? Прошли мы Tomb Raider 4. Хорошая, в принципе, игра. Достойное продолжение. Дождемся окончания титров и уже тогда попрощаемся. Вот, закончились у нас титры. Ну что ж, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в новой следующей части Tomb Raider. В следующих сериях. Пока-пока. Я еще хотел бы добавить, что мы собрали все секреты, да, вот все 70 из 70 старались, собирали, а нам никакой даже финальной статистики не показали. В общем, вообще получается, что нет никакого смысла собирать все секреты. Даже оружия бесконечного никакого нет. Игра не рассчитана на повторное прохождение. Ну... В общем, это единственный минус. А в остальном одни плюсы. Ну, теперь уж точно. Всем пока.